Опа-па-па! Всем привет, дорогие зрители! Я снова с вами. Знаю, скучали. Несколько дней меня на канале не было. Я новые ролики не успеваю снимать. И дел много стало, и поиск сложный насчет квартир. Запросов много. Так, дорогие зрители, я снова снял эту квартирку. Покажу ее вам. 1+1. Очень хороший вариант на данный момент на этом рынке в Махмутларе. Недалеко от моря. 380-413 метров максимум. Квартира находится между улицами Барбаросса и Ататюрка. Проект новый, только сдался в эксплуатацию. Есть бассейн, есть фитнес, сауна, джакузи, генератор. Прямо около парка. Парка писателей, сразу скажу, даже покажу. Ролик не закрываем, смотрим до конца. Цена очень хорошая, квартира под ключ, 113 тысяч евро. Скидка маленькая от хозяина будет. Познакомлю, обсудите вместе за столом и пирожок съедите. Так. Вот. Бытовая техника Бека. Все новое. Кумтел у нас, вытяжка, духовка, плита. Видите, даже не пользовались, там кулечек стоит. ProSmart инвертор Бека. Высокие потолки, 290 сантиметров. Квартира находится на втором этаже. Тут у нас прихожая. Ну, я сюда еще вернусь. Шкафчик вот из... Подвести санузел. Вот. Не маленький. Душевая кабинка хорошая. Параточный водонагреватель. Veito Electronic. Тоже качественная. Заходим в спальню. Спальня у нас 13... 12,5 квадратных метров, как минимум. Видите, большое пространство есть. А, гардероб уже стоит. Вот. И тут самое главное, знаешь, шторки хорошие тоже. Самое главное, знаешь, что плюс в этой квартире? Балкон огромный. Вот у нас вход, там проход вниз. Вот балкончик, застекленный балкон. Видите, огромный, большой. Юго-восточная сторона. Отсюда вид на садик и на соседнее здание. Море у нас в той стороне. Нет. Нет. Море в той стороне. Да, да, в той стороне море. Вот бассейн. Так, генератор у нас внизу, вот здесь. Вот синий генератор. Так, и вот большой балкончик, который застеклен. Термопакет, окна, двери. Угу. Увидели. Телевизор Digitsu. Итак, спускаюсь я вниз. Квадратных метров здесь чистых 50-52 квадратных метра с балконом вместе. Полезная площадь. Отключим свет. Значит, вышла из квартирки. На этаже 4 квартиры. Такой лифт. Вот, какой красивый лифт большой. Вместим 6-8 человек. Спускаемся на цокольный этаж. Минус один там еще есть. Спустился я вниз. Да, здесь вход. Кажется, кто-то нажал. Он также, лифт спускается на нижний этаж. Вот с ним пешком. Вот фитнес. Детская игровая площадка, сауна,
Тут джакузи. Айдат еще не определен. Наверное, будет 300-350 лет. Также выходим к бассейну. Вот здесь Г-образный бассейн. Также рядом есть парк. Иду я во двор. Очень хорошее место расположения. Рядом самый большой парк Махмутлара в шаговой доступности. Детский парк. И также парк писателей, где можно сесть и почитать книжку. Вот здесь вход. Открытая парковка снаружи. Ну, вот здесь парк. Можете прогуляться. Вот фасад здания. Квартира только у меня. Ключи. Так что звоните плюс 90-555-064-91-10. И вот это парк вот так идет до моря. Там магазины Шок, Бим, Мигрес. Все в шаговой доступности. Еще так тоже фон на фоне возьмем. Поднимемся. Все, звоните, дорогие зрители.